служил в Старопреображенском соборе с митрополитом Александром Дробинко. Приеду, вы мне скажете. Ну, никто никого никуда не торопит. Аминь. Аминь. Веселое было, есть и будет. Вы знаете, я вас чему учил? Быть тем свободными людьми. Правильно? Ни от кого не зависеть, никого не слушать. И теперь пришло ваше время принимать решение. Все. Рішення про перехід, розповідає, ухвалив ще кілька місяців тому. Діяти вирішив зараз. Дружина підтримала. Служіння святій церкві Христові. Отець Володимир повернеться до Веселого вже за кілька днів. Тоді ж розпочне служити у новій громаді. Моя функция – не допустить на территории никаких противоправных действий. Вот, поэтому, естественно, я вызвала милицию, потому что, ну, Бог его знает, как оно могло все сложиться. Во-вторых, значит, я предупредила, что в СБУ о том, что, ну, возникают вот такие вот несогласованность такая по части церкви. Вот. Ну и приехали представители УКРОПа, потому что они большие друзья с Магленой, они решили тут заниматься защитой вот же этой церкви. Вот. Поэтому, значит, то, как там написано, вот, допустим, я читаю статью «Люди с оружием», да, с оружием были представители полиции. Ну, мы с вами понимаем, потому что они сегодня все стоят с оружием. Там был наряд полицейский, был начальник милиции, заместитель начальника милиции. Вот, то есть, ну, таким образом. Ну, изначально там все было очень эмоционально. Ну, скажем так, пока ж каждый доказывал свою правду, кто прав, кто виноват. Вот, ну, потом все-таки, ну, было у них желание открыть церковь. Мы настояли на том, что церковь все-таки пока не приедет Маглена, никто открывать не будет, потому что там могут личные вещи быть, там дорогие, ценные. Ну, я не знаю, какая там ценность. Ну, там дорогие вещи, которые он собирал не одним днем. Я не знаю, чего же они до его, Господи, прости душу грешную, чего же они до его пристали, как у него все, он по норме сделал все. И читал до 10 часов. Усе ж там, що положено. Церковь у нас построил отец Владимир. Без его участия, и он лично, всей семьей они и строили эту церковь. Проводили все работы, нанимал он людей сам. Через интернет просил помощь, ему оказывали ее всяческую. Ездил куда только можно ездил. Просил всех подряд. И ходил по селу. По факту, здание было полностью разрушено, его готовили к сносу. Він восстановил его, начал проводить службы. Местные жители ему всячески помогали, принесли кое-кто там иконы. Ну, в общем, все, чем могли, помогали. До этого момента, до 19-20 дня января месяца, никто на церковь фактически сильно не обращал внимания. До тех пор, пока отец Владимир не решил пойти в украинский патриархат, полностью перепочиниться себе, отказаться от московского патриархата. Вот тогда появились совершенно случайные, я считаю, даже люди, которые совершенно не верят в Украину и не хотят ее верить, считают, что Украина у нас слабая. Нет, мы сильные. Мы будем всячески бороться за свою Украину, какие мы бы ни были, хоть и русскоязычные. Те отцы, которые приезжали, хотели забрать церковь. Без участия отца Владимира они решили самозахватом ее
отобрать у местного населения. Как военный тоже даем присягу. Он ее нарушил, он ее предал. То есть он служил с раскольниками, за что и был отправлен в запрет. Когда мы рукополагаемся, становимся священниками, мы учимся, мы читаем книги, нам старшее духовенство объясняет. То есть мы уже, становясь на этот путь, мы знаем, что такое предательство. Мы знаем апостольские правила. То есть он предал. За что был отправлен в запрет? То есть он не имеет права сейчас служить. Мы приехали туда пообщаться с прихожанами вечером. Мы не приехали, ни замки не ломали, мы никого не настраивали против него. То, что там пишут, что мы там рвались к нему там домой, к матушке, это тоже все чушь, потому что мы пришли спросить, у кого ключи. На второй день люди, они сказали, что нужно провести сборы. Если он хочет идти, пусть идет. Куда хочет. Но церковь не... надо определяться с громадой. Церковная громада. Не те жители села или вокруг села, которые не ходят к церкви, которые не знают Отче наш и никакого дела не имеют к церкви, которые рубля не дали на церковь. Не эта громада, а церковная громада. Церковная громада попросила приехать, провести выборы. Когда мы приехали, то уже был этот... националистический корпус УКРОП, айдаровцы, и во главе никому не секрет в городе Старобельск, кто ими занимается. То есть во главе Сивашко. Это жители вообще города Старобельска. Вот что они делали возле храма в 11 утра, это мы приехали, они уже были. То есть что они там делали? От кого они защищали храм? От православных? От верующих людей, которые в этом храме молились, мы могли спилять замки, мы могли войти в храм. То есть и на этом основании были, потому что есть указ о моем назначении. И люди, которые там встретили, это были простые прихожане. То есть тот же самый член парафиальной рады. То есть мы могли войти. Тем более Маглен уже был уволен. В принципе, все. Ждем приезда Маглена.